поставь лайк, крашу на канале Ева Маш. Всем привет! Добро пожаловать в новый ролик. Перед началом просмотра убедись, что ты поставил лайк. И наслаждайся этим видео. Время 22:49. Вообще время спать, но... Но мы решили сегодня не спать. А все потому, что у нас челлендж. Кто последнюю снёт, тот получит настоящий 100 тысяч рублей. Я точно спать не буду, даже вдвое суток, трое, но 100 тысяч я заберу. За каникулы я натренировалась до 3 ночи, я точно не буду спать. Ну а дальше, что там дальше? Дальше время пролетит и все. Ты не уснул, как бы ты выиграл. А мама всегда в 23 уже. А я еще такая. Здравствуй, опа, Новый год. Хлоп. Короче, делаем, что хотим. Главная задача – просто не уснуть и забрать денежки. На самом деле, да, я готова сейчас прям лечь и уснуть, но я буду стараться выиграть такой классный челлендж. Поэтому что нужно сделать? Правильно, попить чайку. Что я сейчас и сделаю. Так уже лепит, если честно. Спать так охота. Надо закрывать, наверное, гаджеты, потому что под них глаза вообще устают и охота лечь. Пойдем взбодримся немного. Предлагаю тебе сыграть в челлендж. Да, давай, точно. Челлендж вообще бодрят. Мама, что здесь надо делать? Здесь какие-то напитки? А все очень просто. Мы катаем машинку, и там, где она остановится, тот напиток мы и должны выпить. Целый стаканчик. Итак, у нас тут имеются сливки, какой-то непонятный напиток с кусочками, овощной микс, какой-то банановый напиток, огуречный рассол, острый соус табаско, чудо-шоколад, my favorite, one love, и, конечно же, терияки соус, это как соевый соус. Да. Ну что, погнали? Я первая. У нас по 3 попытки. Давай, начинай. Вот здесь больше. Ну, согласна, да, вот здесь больше. Ева хотела просто пить этот напиток, поэтому она тут читерила и старалась попасть именно сюда. Да. Блин, может, зря я выбрала, там какие-то кусочки плавают. А уже все, 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 все. Давай, ты должна выпить целую стаканчик. Вкусно тебе повезло? Да, кусочки манго. Этот напиточек мы убираем. Так, подожди, не его, да? Я его потом допью. Потом допьешь. Угу. Ну что, теперь моя очередь. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Вот, либо на это, либо на это. Я даже не знаю, на что. Мне достался огуречный рассол. Знаете, такие вкусные огурчики мы уже съели. И вот осталась вот эта вот просто непонятная жижа. Да, но... Да, тут тоже какие-то кусочки мне достались, кусочки укропа, всякой ерунды. Надеюсь, мне это взбодрит, и я это, как сказать, не буду хотеть спать. Все, я пробую. Ой, запах вообще такой свежий. Весь надо пить, мама. Надзиратель. Просто водичка. Давай, просто водичка. Все. Я все. Я выпила. Так, мы это убираем. Это на самом деле такой опасненький. Один из топов таких невкусных. А это самый топ. Сюда точно нельзя попадать. Не знаешь, попадать? Ой, я так и хотела! Ну ты еще не знаешь даже вообще, как это на вкус. Мы это такой... банановый сок. Не пробовали, ну банановый сок. Ну, может, не очень вкусный. Я тоже не знаю, я тоже не пробовала. Я вот тебя встряхну, чтобы все пюре со дна вот ушло. Вот, вот так вот. И налью тебе, пожалуй, полный стаканчик. Ты нервничаешь, да? Да. Фу, пахнет, знаете, как сушеные бананы. Вкусно пахнет. Ну тогда давай пей. Давай. Это вкусно. Ну тогда пей. Да. Пока что Еве везет.
Ну что, я хочу? Давай. Опасненько, да? Но смотри, ты можешь просто остановиться, не катить и выпить сливки. Ну, возможно, сливки лучше, чем, конечно, табаско. Но я вот попробую докатить до чудо-шоколада, потому что это my love. Да. Да. Ну почему это я? Ну почему? Мне так не повезло. Я так хотела чудо, а мне придется просто острейшее табаско выпить. Я вообще острое не люблю. Можешь в качестве бонуса вот это только выпить. Ты мне разрешаешь? Да. Потому что табаско это жестко. Это очень жестко. Тут даже не будет на целый стакан, это вообще едят месяцами такую баночку. Вот. Вот ты сейчас полбанки. И, короче, я сделаю просто глоток, иначе я просто с ума сойду. Ладно. Адреналин, видишь, адреналин, сейчас не спать будешь вообще. Точно, вообще про сон я точно забыла. Время ночи, я пью стакан табаско просто, и про сон я вообще не думаю, ладно. Мне надо срочно молоко. Воды. Боже, я в шоке. Фу, это было жестко. Настолько жестко, что вы должны, ребят, поставить лайк на это видео обязательно. Убирайте табаско. Я теперь больше никогда не буду есть табаско. Так, давай, у нас осталось немного вариантов. Давай, катись. Ева, все-таки это не всегда тебе удача, придется тебе пить. Я люблю терияки, вот, поэтому я просто обожаю. Я, знаете, лапшу с терияки. Это как соевый соус. Ну да. Это нормально, но это просто очень-очень солено. Да. Ну, поскольку это соус, я думаю, вот столько будет тебе достаточно. Молодец! Типа воды. Это воды. Слишком соленое, да? Да. Иди попей воды. Я не ожидала, что она справится. Ну что, последняя моя попыточка. И у нас тут есть вариант остаться на сливках. Вот овощной салатик попить. Или же мое любимое чудо. Конечно, я буду метить в чудо. Теперь у меня есть все шансы его попробовать. Парковочка. Следующая остановка. Новый год. Чудо. Спасибо всем. Ты ехал со мной, с кем я дружил, в кого я влюблен. Я запомню этот год как самый лучший. Просто горка. Это очень вкусно. Мы немного взбодрились, но у нас есть еще один челлендж. Мама, а чего вы сюда встали? Ты подними голову наверх. Короче, смотри, это наши жизни. У нас три жизни с тобой. Вот видишь, раз, два, три шарика. Да. А четвертая, это уже кто проиграет, тот получит наказание, так сказать. Челлендж очень простой, просто самый изи челлендж, какой только бывает. Мы с тобой, ты загадываешь число, будет оно четное или нечетное. Короче, я кидаю кубик. Если ты угадала, значит ты угадала. Если ты не угадала, то я лопаю один твой шарик, одну твою жизнь забираю. Ну все, давай, я первая. Это будет нечетное. Угадала! Yes! Теперь я, соответственно, бросаю кубик. Давай, загадывай, четное или нечетное? Это будет четное. Четное. Давай. Два! Yes! Четная, давай. Это будет четная. Нам сегодня везет. Это будет четная. Нет, нечетная, да. Нечетная, офигеть. Да мы так вообще будем с тобой всю ночь играть в этот челлендж. Да. Так стоя и уснем. Четная.
нечетная. У меня минус одна жизнь. Лопай не шарик. Страшно, не страшно. Давай, лопай один, любой. Минус одна жизнь у меня. Ну что, четная, нечетная? Четная. Четная? Да. Ну что, проверяем. Yes! Она опять угадала. Это самый лаки человек из всех, которых я знаю. So lucky, lucky. So lucky, lucky. Я загадываю четная. Окей. Я выиграла. А, четная, нечетная? Четная. Она странно говорит, четная. Нечетная! Минус одна жизнь Елена. И я начну прям с вот этого серого шарика. Раз, два, три. И закрыла уши. Мне все равно страшно. У меня теперь крылышки остались. Давай, набросай. Четная. Нечетная. Четная! Минус вторая жизнь у Евы. Это было громко. Так, у тебя осталась одна жизнь, у меня две. Четная. Я угадала. Теперь на твоей стороне. Четная. Четная. Да, четная! Последняя твоя жизнь. Та-дам! Ева, следующая, если ты не угадываешь, это будет вот этот шарик. А, да? Да. Это сейчас? Четная. Да, нечетная. Ну что, Ева, четная, нечетная, страсти накаляются. Четная. 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 Yes! Давай. Теперь ты. Нечетная. Четная. Блин, мама, страшно. Да, очень опасная. Кому сегодня не повезет, не повезет. Давай. Нечетная. Нечетная. Четная! Ева, вставай ровненько. Микрофончик мы снимем. Мокрые красы. Ты взбодрилась и теперь точно не усну. Да, у тебя есть задание сейчас дела посушить волосы, мне вытереть с пола здесь, так что у нас уже вся ночь впереди веселья. Короче, время уже под утро. Я так хочу спать. Это просто. Я решила поесть, потому что я уже проголодалась. Вот. Но за 100 тысяч я буду держать свои глаза руками. Ева кушает, что-то там смотрит, лепит просто нереально. Видимо, сейчас самая фаза сна. А вот, поэтому я хочу испробовать проверенный лайфхак. Это ставить спички в глаза. Просто. А, все, теперь я точно не усну. Даже если мои глаза будут закрываться, они будут открыты. И попью еще кофе. И 100 тысяч у меня уже, считайте, в кармане. Это, конечно, жесть. Уже время, я не знаю, сколько. Я настолько хочу спать, что я сейчас усну. Поэтому у меня есть один способ, я его только что придумала. Это умыться одной штучкой, которая у меня есть. Просто там вода какая-то волшебная, ей просто пшикаешь, и тебе сажается. Уточки тоже пшикну. Но сначала себе. Так. И раз, два, три. О! Рил бодрит! Так, тебя тоже. О! Все! Мы взбодрили с уточкой. Короче, я знаю, что прохлада, она... бодрить немного, поэтому нужно обязательно проветрить, чтобы перестать хотеть спать. Действительно фреш. Тут вот еще есть снег. Прям на окне можно им прям вот так вот умыться. Бодрит реально вообще здорово.
Или вот снипить комочек, кстати, и кинуть его. Короче, развеселить себя, это тоже помогает взбодриться и не спать. Так, вода уже высохла, не действует. Поэтому надо еще что-то придумать. Блин, что придумать? О, точно, надо позаниматься физкультурой. Офигеть. Йо-хо! Так, ну еще так. Растяжку. Опа. Так, ну, вроде взбодрилась. Короче, время уже очень близко к утру. Вставать уже надо, просыпаться. Поэтому, я думаю, нужно начать заняться обычными своими утренними делами. Уже язык не говорит. Утренними делами, утренней рутиной. И вот как-то, как будто бы ты только что проснулся. Это должно меня как-то взбодрить. Поэтому я сделаю маску, потому что я слышу, как Ева делает зарядку или что-то там прыгает. Короче, она вообще, видимо, спать не хочет. А я не собираюсь проигрывать челлендж. Поэтому буду стараться. А ты уже подписался и поставил лайк? Если нет, то я иду к тебе. Так, ну что, на кого я уже похожа? На какого-то злодея, наверное. Вообще, ребят, какого злодея вы сейчас знаете? Вот из современности. Я вот знаю, например, Сиреноголового, Хаги-Паги, Слендера. И, пожалуй, все. А из своего времени я знаю Кощея Бессмертного, Змей Горыныч, ну и Баба-Яга. Вот, ребят, поэтому напишите в комментариях еще, каких злодеев вы знаете. Меня так левит. У меня есть лед, сейчас я попробую поводить его. Как охлаждает. Это реально бодрит, но не так сильно, потому что это наоборот, когда тебе релакс придает, и ты еще больше хочешь спать. Поэтому этот способ не очень работает, но он такой релаксирующий. Вот тебе сейчас сделали маску. Короче, маска меня наоборот так расслабила вообще. И я понимаю, что мне уже сложно бороться со сном. И мне нужно, короче, моя задача, чтобы Ева уснула, тогда я выиграю. Поэтому я хочу пойти сделать ей мурашку. Она расслабится и уснет. Пойдемте сделаем. Да. Кайф? Да. Ну, закрой глазки, отдохни немножко. Ну, да, конечно, конечно. Меня не проведешь. Ева, так спать охота. Давай просто пополам поделим эти деньги и все. Нет, челлендж есть челлендж. Ой, ну ладно. Будем сидеть, ждать, кто первый уснет. Походу уснули. Похоже, я выиграл деньги.